27-летняя модель устроили сюрприз для Алисы. Дочь Алены Шишковой и Тимати, Тимур Юнусов, отмечает день рождения. Юной наследнице известных родителей сегодня исполнилось 6 лет. Приятные подарки Алиса начала получать уже с утра. Когда девочка проснулась, ее ждали несколько огромных надувных кукол LOL. Вся комната девочки оказалась в воздушных шарах белого, розового и золотого цветов. Алена Шишкова показала неподдельные эмоции дочери. Алиса предстала в очаровательной пижаме. Она с улыбкой позировала рядом с куклой, которая по росту оказалась выше нее. Девочка с удовольствием поцеловала одну из ростовых фигур. «С днем рождения, моя любовь», — написала Шишкова. Мама Тимати эмоционально поздравила свою внучку. Симона души не чает в Алисе, она проводит с ней много времени, водит на занятия, путешествует. «Моя большая маленькая девочка. 6 лет назад я обрела новый смысл и огромную любовь. Я мечтаю видеть тебя здоровой и счастливой, чтобы ты занималась тем, что будет приносить удовольствие и желание творить», — высказалась Симона. Звездная бабушка заявила, что готова подарить любимой внучке весь мир. Она сделала несколько нравоучительных замечаний, которые пригодятся Алисе в будущем. «Внешняя привлекательность — это всего лишь бонус от Создателя, пока мы, взрослые, трудимся над твоим внутренним миром. Но наступит момент, когда тебе придется заниматься этим самостоятельно. И тогда станет ясно, что удалось нам. С днем рождения, мое сердечко», — отметила мама Тимати. Симона пожелала Алисе веры в себя, преданных друзей, мудрых учителей, думающих родных и огромной любви ко всему живому. Алиса произвела фурор на премьере мультфильма «Тролли». Мировой тур. Звездная дочь предстала в образе принцессы с макияжем и цветными волосами. Шишкова рассказала о характере девочки, которая унаследовала черты и папы, и мамы. Модель решилась на бьюти-преображение, сделав прическу как у дочери.